Смотрите, что, в общем, вон там шов разошелся. Что ты рисуешь? Донатс? Угу. И что там? Ну, вот это вот сзади я сама сделала. Это Ксюша рисовала. Ну, надо, да, купить вот такую. Угу. Рюкзак у меня такой же и останется. Нет, так нельзя. Меня комарики покусали. Ребят, всем привет. Давно не виделись, а? Не, потому что папа не на машине. Надули бассейн, смотрите, что случилось. Проткнули. Есть пузырьки? Да, тут чуть-чуть, да, по-моему. Да, кто-то пропускает. Потихонечку. В общем, такая вот у нас беда случилась. Кто у нас проткнул бассейн? Макс у нас проткнул бассейн. Папа поехал на велосипеде на работу, поэтому ключи положи на место, а то потеряешь. Ну это ладно еще у нас. Дырочка маленькая здесь. Смотрите, что здесь. Вода прям внутри. Вот почему у нас только мало воды. Да, смотрите, что, в общем, вон там шов разошелся в углу. Да, огромная там дырка. Туда зашла, конечно же, вода. Вот, ну, оставили, в общем, так. Бассейн, знаешь, Маркуш, мне кажется, нужно закинуть туда в дырочку, прям эту таблетку, прям так вот туда. Почему? С хлоркой, потому что вода-то здесь испортится, чтобы она не испортилась. Ну, в общем, когда только сдуем, сольем воду, мы вот здесь все проткнем, конечно же, и бассейн на мусорку. Потому что уже все. Его уже никак. Нет, Ксю и Маргарит. Ну, как ты потом его собираешься надувать, скажи, пожалуйста. Уже все, нижний ярус вот этот вот. Он все. Капут пришел. Да, Ксюнь? Бассейн придется выкинуть. Сейчас вот накупаетесь. Мы новый купим, да? Нет, все, уже покупать новый не будем. Сегодня будет очень жарко, сегодня 30 градусов. Мы есть русалки. Угу, вы и есть русалки. Теперь вот как вот это вот? Опять мам, дырка. Заклеить нечем. Да не будет она держаться, Маргарит. Мы заклеим горячим клеем. Я не знаю, чем заклеивать. Оно все равно отклеивается. Мама. Так лето-то еще не заканчивается, еще целый месяц лета. Сквозная прям. Неси какой-нибудь. Пластырь. Все, вроде заклеили пластырем, плюс еще горячим клеем, и сверху еще пластырем. Давай выключай, да, выключай, Макс. Макс, выключай. Посмотрим. Вы сильно много воды тоже не набираете, мне кажется, он может внизу лопнуть. Может разойтись там еще шов, который вот здесь вот. Вот здесь вот. Вот здесь, видишь, здесь вот швы. Они расходятся. Если он разойдется, здесь все зальется. Да, Бонечка? Сладкая моя. Бонечка моя сладкая. Такая вот у нее пижамочка тут. Красивая, да, Бонечка? Бонюсечка. Бонюсечка, Бонюсечка. Бонюсечка. Бонечка, купайся. Где мышка? Бонечка, купайся. Где мышка? Где мышка? Мама, можете мне, пожалуйста, зайти? И холодно, наверное. Костик. Бонни, ты хоть пошевелись немножко, Бонь. Давай, давай. Она холодная водичка. Хоть его искать. Чу-чу-чу. Мячик, мячик. Вот. Вот. Опять прыгать придется, Бонь. Давай, Бонь, за мячиком, давай. Давай за мячиком. Ой. Нельзя. Она там ходит, а не плавает. Мелковато для нее. Очень. Бонь, мелковато для нее. Мелковато. Бонечек, плавай давай, плавай. Плаваем, давай. Что это? Акула. А мне интересно, если мы на озеро с ней пойдем, она будет там купаться? Это где? Ну, на озере. Ну, здесь где-нибудь у нас. Мы еще с ней на озеро не ходили ни разу. Там собачки купаются иногда. Бонюсь. Мишка. Мышка. И мышка, и мячик. А Ксюша с маской. Удобно с ней? Она небольшая? Большая, мне кажется. Давай попробуй. Ладно. Ну холодно. Ладно. Это так страшно с этой душой. Я поливаю свои цветочки.
Смотрите, как они у меня распустились уже. Красота. Целый куст. Полить их надо. Вот распускается. Вон там еще наверху тоже. Очень много. И вот эти вот цветут здесь. Здесь вот еще какие-то, я не знаю, по-моему, это ромашки. Потому что я сажала ромашки белые, и они у меня так медленно растут. Скорее всего, это ромашки. Под водой плавает. Изучает бассейн. Дно бассейна. Ты тоже будешь купаться? А волосы завязывать? Иди резинку ищи. Распущенными не нужно. То полный бассейн будет твоих волос. Что ты рисуешь? Донатс? И что там? Угу. Донат на пальце? Угу. А, вот такую? Угу. Прикольно. И так же раскрашиваешь? Да. Молодец, молодец. Вам нужно готовиться к школе. Да. Вы должны перебрать всю свою канцелярию, посмотреть, что вам нужно купить, что выбросить, что там, не знаю, что у вас еще осталось, можно чем еще пользоваться и что докупить, хорошо? Ладно, потому что... В эту субботу, скорее всего, не получится поехать закупаться, ну потому что если мы поедем в парк. А на следующую субботу, это следующая неделя, последняя, ребята, уже остались две недельки, и эта неделя, следующая неделя, и в школу девчонки идут. Поэтому следующую субботу нам нужно уже ехать за канцелярией. Хорошо? Поэтому, чтобы перебрали все свои эти, что вам нужно новое купить. Подожди, а что это у него там, начинка течет? Да. Крем. Ну вот это вот сзади я сама взяла. Это Ксюша рисовала. То есть рисовывала? Да. Чужой рисунок это, да? Ну да. Угу. Ну я сама разукрасила все только. Понятно. Да, да. Сама все блики делала. Угу. Это маски, маски. Мы заказывали маски. Какой? Черные? Да, черные. Я буду померить. Там 5 штук. А у тебя зеленая же есть. Да? Ты мне не купил? Ну вот, я здесь взяла 5 штук. У Ксюни зеленая с Белиалиш есть. Я взяла 5 штук, Каролина. 5. Не слышишь? Ну, просто обыкновенно черные масочки такие вот. Нужно на затылке завязывать. Вот так носик закрывается, и вот так вот на затылке завязать. Ниндзя, ты как ниндзя. Да? Да, нужно деткам немножко вот тут ушить резиночку. И все. Тебе не маленькая зайка, тебе большая. Маленькая, говорит. Так, и в общем такие масочки 5 штук обошлись в $12. Это немного. Ну, за 5 штук это нормально, я считаю. Простые черные масочки. А, Каролине пришло письмо и список того, что ей нужно купить к школе. Совсем чуть-чуть. 1, 2, 3, 4, 5, 6. А, рюкзак. Потом пенал с карандашами. С карандашами пенал. Потом точилка. Угу. Ножницы. Потом тапочки. Тапочки, запасная обувь. Чтобы когда-нибудь рисовать, чтобы она себе... Чтобы это такое то... В общем, когда они рисуют, чтобы одежда не испачкалась, надевается сверху специальная клеенчатая рубашка. Смотрите, он уже весь расплылся. Расплющило его. Сдулся. Он даже на лето его не хватило. Вы что, дети? На лето не хватило бассейна. Уничтожили его. Ай-яй-яй, бедный бассейн. Ну ладно. Так, я готовлю обед. Сегодня индюшка с овощами. Вы не думайте, я каждый день такое не готовлю. Конечно же, есть разнообразие. Это просто так получается. Когда влоги снимаю, так вот обычно вот это вот и попадает. А так и супчики кушаем, и всякое разное. Сегодня на гарнир у меня рис. Вот, и вот. Но курочку мы кушаем почти каждый день. То есть индюшку. Вот, а готовлю я ее по-разному.
Ну что, ребят, сейчас я буду перебирать мою канцелярию. Посмотрим, что мне не хватает и что нужно купить. Рюкзак у меня такой же и останется. Нет, я его не хочу. Может быть, на следующий год я новый куплю. Так. А мне тетрадки не нужны, они у меня есть. Мне только нужно проверить пенал. И все. И все. Вот и все, да? Вот и вся подготовка к школе, ребят, смотрите. Это просто замечательно. Надо обувь. Надо обувь купить. Обувь для спорта. Бонтик пить хочет она. Я же говорю, почему она с этого пьет? С бассейна, вот когда пляшет. Жарко ей. И кушать хочет. Ты ей жидкую дала? Ну так неинтересно. Так неинтересно. А зачем? Я не знаю, зачем я буду брать пенал, если у меня тут есть. Мы даже это. Я думала, мы вот челлендж пенал какой-нибудь снимем. Ой, а какой мы можем челлендж тогда снять? Какой тоже челлендж? Какой челлендж мы можем снять, если вам ничего не нужно? С канцелярией. Ну, можно брать, но не надо. Какого-то одного цвета канцелярию покупать? Да, как мы делали. Ксюша, только зеленая. Да? А мне все только рот. Нет, синяя. Почему синяя? Потому что у меня рюкзак. Тебе нужно рюкзак постирать. Смотри, у тебя потекло что-то. Как же нужно постирать. Ксюш, у тебя рюкзак тоже надо постирать? А какой у Ксюши рюкзак? Я уже забыла. У меня черный. А, у тебя черный. Нет. А, у тебя черный вообще классный. Ничего не видно. Угу. У меня вот эта папка. Ну, папку надо, да, купить вот такую. Угу. Ну, вот такую мы купим. Ну, купим такую папку. Да, точно такие же. Просто я хочу разноцветные. Они такие странные, они такие... Ну, найдете разноцветные, наклеечки можно наклеить. В пятницу поехать, потому что в пятницу у нас открыты магазины до... Мюллер! До 9. Почему Мюллер? Потому это... что там ручки очень дешевые. Манор. Или Манор. Манор там интереснее, там пеналы всякие, папки. Ксюша, зеленый цвет, а у тебя выбирай какой. Розовый или синий, или голубой. Да. Розовый, мне кажется, там розового много чего можно найти. Да. Голубой не знаю. Зеленый тоже не знаю, но всегда все розовое есть. Нельзя! Ладно. А у мальчика все зеленое. Да. Так, блокноты вам не нужны, тетради вам не нужны, линейки у вас есть, карандаши простые. А на муху? Вот и все, ребята, они готовы к школе. Ничего не нужно. Что за бои без правил здесь? Он весь мокрый, сейчас дождь пойдет, смотри. Что такое? Что за беспредел? Что случилось? А? Ты сейчас дом намочишь. Так нечестно. Так нечестно, Маргарита. Так нечестно. Давай, бери баночку маленькую. Так нечестно. Так нечестно. Ты где я сделаю? Идите на траву брызгаться. Он уронил. Побегом. Кто первый? Все, решили воду с этого, с бассейна выплескать. Так. Я хотела нормально. Все, поменялись? У тебя пистолет? А? Мама, это я набираю. Каролина, она воду набирает. Нельзя. Нет, так нельзя. Мы все. Мама, я упала. Сюда. Можно
еще двоюрс. Смотрите. Мама тут срезала. Офигеть. Все, уже вы как будете набирать воду, если у него один ярус это лопнул? Как вы будете делать? Вот. Ой, не надо смотреть на маргариту. О, смотрите, дырки! Дождь идет. Вот там дырки. Тут мы заклеили, они открылись. Там дырки. Теперь там вода льется. Мы хотим, чтобы Макс снял видео на... Давай, Макс. Макс, один раз. А, там есть Макс. Там мальчик. Есть мальчики тоже, Макс. Давай снимай. Джастин Бибер. Джастин Бибер. Давай я еще раз. Джастин Бибер. Да, блин, включите. О, это еще не было. О, смотри, Макси. Ты меня комарики покусали. Искусали, все. Я вчера вечером вышла. Это... Листья. Да, там хотела собрать листья. И они как налетели на меня. Мама. Спать. Давайте. Папе велосипед стоит. Завтра на работу пойдет. Почему? Водичка тебе еще внутри. Нет, он новую налил. А почему не завтра? Я себе пальчик сегодня порезала очень сильно. Хлебушек резала, резала и пальчик порезала. Ну, надо днем кататься на улице. Вышли и катайтесь. Так, все, Каролина. Давай. Все. А где? Твой кошелек у тебя был. У тебя есть кошелек, иди в кошелек убирай. У меня батарейка садится. Все. Это мой телефон? Это мой телефон! Все, пока. Спокойной ночи. Мама, не буду спать. Почему ты не будешь спать? Потому что я хочу с тобой спать. Каролина пришла ко мне ночью и меня плюс еще пнула. Прям в лицо. Пришла ко мне спать, главное, а еще и пинается. Ну, она во сне, конечно, она спала. Что-то ей такое приснилось. Ладно, все, пока. Она хотела бы... Бонни, пока. Пока, Бонни, пока. Скажи пока. Пока. Пока.